Hello, ребятки! А сегодня я вам покажу, как скачать BunnyHop распрыжку для Counter-Strike Source V34. Ссылка на скачивание, конечно же, будет в описании под видео. Также подпишитесь на мой канал. Погнали! В общем, вот, ребятки, эта ссылка, нажимаем «Скачать», и скачивается архивчик. Так, отлично. Теперь переходим в загрузки, и нам надо разархивировать на любой диск. Я ставлю на диск D в папку Games. Так, отлично. Все, нажимаем ОК, и уже переходим в самую папку, куда мы разархивировали наш BunnyHop. Вот эта папка. Нажимаем. И все. Теперь заходим в сам BunnyHop. Вот слева сверху появилась такая картинка. И теперь просто заходим в контру. И я вам покажу, что распрыжка отлично работает. Погнали. В общем, вот, ребятки. Сюда надо прописать плюс jump. Так, пишем. Отлично. Как вы видите, он прыгает. Также теперь сразу пишем минус jump. Отлично, все. Теперь просто удерживаем пробел и прыгаем. Вот, посмотрите, как круто. И давайте я вам покажу, какую распрыжку можно сделать. Так, начинаем. Отлично. Вот. Капец. За пару секунд можно дойти до спецназа. Вот тут еще круто получится. Смотрите. Так. Погнали, блин. Капец. Также очень круто делать распрыжку на карте 2000. Давайте я вам покажу. И... Пу, вот. Отлично. Ну вот и все. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы по поводу BunnyHop, то обязательно напишите в комментарии. Всем отвечу. А с вас, ребятки, лайк, если я вам помог. Ну и подписка на канал. Обязательно подпишись, чтобы не пропустить новые видео. А с вами был Геймер. Подписывайтесь на мои соцсети. Всем пока. I'm rockin' the beat, come on!